Сейчас, Сика, тон Болянежа обязательно. Я могу спеть. Ты меня спеть? Я могу спеть. Тон Болянежа. Я сам могу спеть. Давайте я сначала вам спою песню, которая стала главной в моем творчестве. Вы ее знаете. Потом я спою Йимми обязательно, которую я всегда пою. Ну, вот это я ни о чем не жалею, все-таки я хочу вам подарить ее. Но жена Райда Кальян. Моя мама, они бежали в Марсель. И моя мама пела голос Пиаф. И я почему-то вот... Я унаследовала ее голос. Игорь! Я всегда так говорю, что я человек трех культур, да, как бы вот мама Франция, ассирийка по крови, как я говорю всегда, Франция нас спасала, и вот Россия, да. И я всегда эту песню посвящаю как бы родине-матери Ассирии, потому что мы как этно сохранились, родине-матери Франции, которая спасла, например, бабушку моей мамы и всю вот эту вот линию родственников.
Ну и, конечно, говорю, я же не говорю, что сколько ассирийцев погибло. Я говорю, что ассирийцы очень любят Россию, и это посвящается родине матери России. Я буду петь, я говорю так, как я на концерте говорю, я буду петь на языке, на котором проповедовал Христос. Все удивляются, но это так, да? Latin varde pikhep cherie na tritar piumetian hiye Latin ave piketa jmie maxidimiu katak magbhie ya imi Приглашаю. Клуб «Гнездо Бухаря», сольный концерт. А, это Цветной бульвар. Если кому-то интересно, я могу дать листовочки. Ну и как бы сейчас хочу исполнить песню, которую тоже любила моя мама. А, как я говорю опять на концертах, уроженка города Марселя Кадрина, которая оставила мне наследство самое дорогое, бесценное. Свой голос, Мадлен, посмотри во втором отделении, пожалуйста. Tombolanejo, Salvatore Adamo. Итак, снег. Падает снег. Падает снег. Ты не придешь в этот вечер. Падает снег. И мое сердце в отчаянии. Вокруг холодная тишина. И это бесконечный снег. Ce soir, tombe la neige et mon cœur est sali de noir. Ce joyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège.
Что это лучшая ассирийская певица. Она даже международного. Я, наверное, написала: ты международная звезда.